Победители определены. Напомним, неделю назад парк развлечений «Орликино» и редакция «Толка» в наших группах ВКонтакте и Инстаграм объявили розыгрыш. Подарочные сертификаты на любые аттракционы от парка «Орликино» получают два счастливчика. Редакция нашего телеканала свяжется с ними в ближайшее время. А мы объявляем о старте следующего розыгрыша. Условия прежние. Вступайте в группу «Толка» во ВКонтакте, сделайте репост записи о розыгрыше себе на страничку и закрепите на стене до окончания конкурса. Или подписывайтесь на наш Инстаграм и отмечайте двух друзей в комментариях. Розыгрыш продлится до 26 июня.